черной форме HSBC, в фиолетовой RSVO. Команды сегодня на поле уже выходили, успели с ними познакомиться. HSBC пока не отметил забитыми мячами, но вот сейчас справляется уже по прошествии 15 секунд после стартового свистка. 1-0, HSBC выходит вперед. И РСВО, конечно, не готов был. Восьмой класс. Неожиданному началу. Но у них будет предостаточно времени для того, чтобы самим ситуацию изменить. И вот сразу тоже бьют по чужим воротам. Петров. РСО. Сегодня в двух матчах набрал 4 очка. Ничья с Гарант Энерго и победа с минимальным счетом над Тиньковым. Крымский бьет, рикошет, и Царев мяч забрал в руку. Здесь приходится на вынос играть защитник. Валит Ремнев. Мячу зайти в ворота, 1-1 становится. Богатое недавно начало поединка. Будем надеяться, что темп не растеряется. Пароли с корпусом, но нужно продолжать. Все чисто. Без центра поля. Сразу передачи идут в атаку. РСВО за счет контратакующих действий второй гол забивает. 2-1. Сам пробил.
конец первого тайма. Второй тайм при счете 2-1 начинается в пользу РСВО. Фиолетовым удалось сначала отыграть отставание в один мяч, затем и выйти вперед. И причем они на первых секундах первого тайма. Нарушение правил. Третий пол сейчас бесит. Крицкому не дают бить. Сыну! HSBC пытается атаковать позиционно. Вариант, точнее, был для передачи на ближнюю к тамбру. Но бить ему не дадут. Крицкий на добивании здесь. И 3-1 становится счет. Ждал своего шанса и дождал. 3-1. 3-1 остается, и всем составом они на чужой половине поля. Здесь уже не приходится говорить о контратаке, может принести успех. Все-таки уже два мяча нужно отыгрывать. Подняться, но оказывается, что фалил именно он. Лево, лево, лево! Помогай, помогай!
потребовалось время, чтобы подняться игроку. Добавлю. Поставь жестко, блядь, и все, и он выносится так вот. А ты ставишь или не пойти? Пусть всех слава чуть-чуть не будет. Игра продолжается. Девятый номер РСО на поле остался. Ну, в РСО и других вариантов нет. У нас комиссии ни одного игрока. И еще один мяч забивает Крицкий. 4-1. Впрочем, 4-1. РСО более чем устраивает. Время еще на 1-2 забить еще есть. У HSBC вполне могут они сами вернуться в игру и вернуть в игру интригу. Головой могли забить. Нарушение правил было зафиксировано. Болит Ремнев. Борец один. Трав с мячом.
Идет уже последняя чистая минута. Нарушение Лапкулина, пол на желтую карточку. Решил пробить. Бивает мячу габаритному, подает штангу. Бьет слету и попадает. 5-1. Пять один, итоговый счет.